Уважаемые рязанцы, в нашем регионе сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Этот гражданин прибыл из Франции, находится сейчас в индивидуальном боксе, состояние его удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все контактировавшие с ним лица изолированы. В целом по региону под медицинским наблюдением находятся 293 человека. 71 человек снят из контроля. Ситуация управляемая, полностью контролируется оперативным штабом. При этом все мы должны четко понимать, опасность по-прежнему остается высокой. В область продолжают приезжать люди из-за границы, в том числе из неблагополучных по коронавирусу стран. Я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, особенно вернувшимся из заграничных поездок. Прошу строго соблюдать установленный противоэпидемический режим. Немедленно сообщать о своем прибытии по телефонам, которые есть на сайте правительства Рязанской области, и находиться дома. Это нужно сделать обязательно, неважно, есть признаки ОРВИ или нет. Всех жителей прошу в ближайшие две недели по возможности воздержаться от посещения общественных мест. Это необходимо для вашей же безопасности, безопасности ваших семей, родственников, детей. В области ведется ежедневный мониторинг ситуации. Оперативная группа правительства области, оперативные штабы работают круглосуточно. Федеральный центр направлен заказ на приобретение медицинских масок. Кроме этого, принято решение организовать их пошив внутри региона. Рязанская область обеспечена всем необходимым – оборудованием, медикаментами, промышленными и продовольственными товарами. Создан продовольственный запас, который включает все социально значимые продукты. Его хватит при отсутствии любых поставок минимум на 2 месяца. Уважаемые рязанцы, я рассчитываю, что вы отнесетесь к моим просьбам с пониманием и ответственностью. Берегите себя и своих близких.